Брестский областной центр туризма и краеведения. Детей и молодежи всегда рад новым друзьям, а их с каждым годом становится все больше. Расширяются направления деятельности, появляется еще больше возможностей для познания мира природы в полной его красе и богатстве. Юный фитотерапевт, юный орнитолог, аквариумное рыбоводство. Эти и другие кружки пополнили программу нынешнего учебного года. В день открытых дверей дети могли ознакомиться с занятиями по интересам, которые сегодня предлагает центр туризма и краеведения посредством приключенческой игры. Сегодня эколого-биологическое направление Брестского областного центра туризма краеведения детей и молодежи встречает гостей и друзей. Учащихся наших сегодня ждет увлекательное путешествие «Квест-2015», с которого для некоторых начнется, а для кого-то продолжится знакомство с миром природы. Разбившись на команды и получив маршрутные листы путешествий, ребята поспешили к выполнению заданий. На счету каждая минута. Победителями должны были стать самые находчивые и сообразительные. На станции «Цветочная поляна» участники конкурса учили составлять бутоньерки, правильно оформлять композиции из живых цветов. Этап квеста «Здравушка» оказался интеллектуальным испытанием. Загадки викторины на тему целебных свойств растений оказались по силам далеко не каждому. Крепкие знания в этой области продемонстрировали воспитанники центра. Мой кошелек называется «Юный фитотерапевт». Тут для меня есть много чего интересного. Я узнаю, для каких лекарств можно использовать растения, что из них можно использовать как бы в пищу. Тут я могу поиграть с животными, поухаживать за ними. Ребятам предстояло пройти немало испытаний. На станции «Лесная аптека» детей ждал полюбившийся сказочный персонаж доктор Айболит со своими загадками. Конкурс «Заколдованные водоемы» был рассчитан на проверку быстроты реакции участников квеста. Станция «Веселые зверята» выявили юных зоологов. Я занимаюсь в кружке «Юный зоолог». Что нового успел для себя узнать? Чем питаются животные? Как с ними нужно себя вести? Познавательная игра позволила воспитанникам центра проверить свои знания, восполнить пробелы в природоведении. Гостям дня открытых дверей помогла определиться, какая область естествознания им ближе, в какой кружок записаться. Помимо всего, квест 2015 стал для каждого из пришедших в этот день настоящим приключением, полным открытий волшебства и незабываемых эмоций.